Занимайте все свободное пространство в нашей студии, чтобы каждый зритель программы видел, в какой красоте пришли сегодня к нам гости нашей программы. Ну, как вы понимаете, это и детишки, ребятишки, но и их родители, может быть, даже сестры и братья. Вот такое великое множество улыбающихся и радующихся такому страшному, как казалось бы, на первый взгляд, празднику. Доброе утро! Ну вот, другое дело. С каждым из вас познакомиться не получится, но зато задать несколько вопросов у нас очень даже есть желание. Итак, здрасте. Здрасте. Да. Вы сегодня с кем? Я с летучей мышкой. С летучей мышкой. Мышка. Можно летучая мышка? Шаг вперед, покажитесь, пожалуйста. Покрутись, маленько. Покрутись. Хорошо. Ну, мышь давайте рассказывайте вообще, почему каждый из вас, ну, в принципе, может быть, этот вопрос адресован всем здесь, находящимся в студии, почему вы тратите свое время для изготовления костюмов, ну, на такой далеко неприятный праздник? Как он неприятный? Страшный. Чем привлекает праздник этого? Привлекает своей неповторимостью, своей вот чудаковатостью. Посмотрите, сколько у нас маленькой нечисти тут вокруг. Мне кажется, живя в нашей стране, у нас каждый день чудаковато, нет? Нет, есть чуть-чуть, да. Ну, хорошо, костюмы каждый год получается менять. Есть у кого-то, кто был в этом же костюме в прошлом году, например? Нет? Элемент? Все новое? Современное, обновленное. Хорошо, сколько времени тогда уходит на создание такого образа? Ну, мой маленько подольше. Это все ручная работа. Да и подороже, наверное. Да. На ребенка, ну, буквально, может быть, неделька. Просто купили, говорит ребенок. Ну, на меня, да, побольше, может быть, около 2-3 недель. Так, летучая мышка, расскажи нам, пожалуйста, летучая мышь, вот нравится тебе свой образ вообще? Да. А ты летучих мышей видела в жизни? Нет. Нет? Не видела, как они выглядят, не знаешь даже? Только в мультиках. Только в мультиках. Страшные? Это уже... Нет, они приятно нарисованы, они постоянно там улыбаются. Антон, спроси еще, задай вопрос красивым и совсем юным гостям нашей сегодняшней программы. По крайней мере, ну как называются их образы? Что это у тебя в руках, расскажи нам. Паук. Ух. Он страшный или нет, как ты думаешь? Да. Ну-ка, страшный. Напугай меня пауком. Ух ты! Как было страшно, действительно. Вот у меня, знаешь, выбивается из колеи один образ, который вроде бы и не страшный. Что страшного в эльфах? Ничего, в том-то и дело. Так, давай, расскажи нам идею. Хэллоуин в целом – это праздник, когда люди переодеваются в другие образы, чтобы духи их не забрали. И сегодня я переоделась в эльфа, и все. А, и духи вас не заберут. Да. Это прекрасно. Знаешь, Иван, вот где-то среди наших гостей, да, я уже увидел знакомые лица. В общем, знаете, у нас была как-то раз одна идея такая, чтобы те эксперты, специалисты по разным профилям, которые входят в нашу программу, да, рассказали нам, чем еще занимается в свободное от работы время, да, от своей профессиональной деятельности. Так вот, сейчас мы и узнаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите про вас. У вас вот паучок на голове тоже. Да, вот занимаемся в свободное время. Разводим паучков. Разводим целое семейство паучков у нас, да. Да. А кто у вас внизу? Кто внизу? Вот и еще один у нас, паучок. Да, у нас маленький вампир. Самый красивый, самый юный. Да. Здравствуйте, маленький вампир. Здравствуйте. О, как вы прекрасно. Доброе утро, дочка Олеси Галиевна. Да? Ну и еще один образ, вот я хотел обратить ваше внимание, который машет метлой. Да? Походи, выходи вперед. К нам вперед. Давай. Со своей метлой. Так. Ну расскажи нам, почему у тебя в руках метла, что это за костюм? Потому что я ведьма. Страшно такая. У нее волшебная метла. Что эта метла умеет? Она умеет колдовать. Ну-ка, заколдуй-ка дядю вот в этом клейке, там костюме. Все. Все, дядя замер. Отколдовывай теперь его. Обратно. Все хорошо. Было серьезно. Сколько тебе лет, скажи нам? 4,5.
половиной. И уже ведьма. Ну, прекрасно. Товарищи взрослые, скажите, а в садиках устраивают такие костюмированные мероприятия или нет? Или только... Нет, да? То есть садики не поддерживают подобное, да? Обходят стороны. Приходится дома, да, развлекать друг друга. Ну, соседи собирать там, не знаю. Давайте еще раз сейчас вот камерой проедемся по всем образом, покажем, насколько наши гости сегодня подготовились, поблагодарим их. Давайте поаплодируем друг другу. Еще разок. Спасибо вам огромное, что скрасили наш эфир своими яркими лицами. Даже Иван вот сейчас вас снимет в свой сторис. Понял, все красивые. А это дорогого стоит. А? Как мой образ тебе?